выгодные микрокредиты и невозвратные гранты. Казахстанская молодежь и социально уязвимые слои населения будут получать помощь от государства. В Министерстве труда и соцзащиты рассказали об условиях выдачи денег на развитие бизнеса. Чтобы получить единовременный невозвратный грант в размере 400 МРП, а это 1 380 000 тенге, казахстанцам необходимо зарегистрироваться на портале business.yenbek.kz либо обратиться в Центр занятости населения. Претендовать на получение стартового капитала для своих бизнес-идей могут индивидуальные предприниматели и зарегистрированные безработные из числа социально уязвимых слоев населения. Прием заявок стартует с 20 февраля. А вот получить уже микрокредит до 5 миллионов тенге под 2,5% годовых сроком до 5 лет могут молодые люди в возрасте от 21 до 35 лет. На эту программу в нынешнем году государство выделило порядка 29 миллиардов, что позволит предоставить кредиты почти 6 тысячам человек. Срок кредитования составляет до 5 лет для любых целей. На развитие животноводства – до 7 лет. Максимальная сумма займа – до 5 миллионов тенге с обязательным условием наличия залогового обеспечения. На получение микрокредитов могут претендовать молодые люди, желающие начать предпринимательскую деятельность, либо занимающиеся